Итак, друзья, мы продолжаем прохождение метро Last Light Redux. Redux — это говорит о том, что изменена графика, добавлены текстуры, как бы, и все поменено. Графика на более высоком уровне. Мы играем на ультра настройках, и мы продолжаем. Не понял. И мы продолжаем. Существо, которое встретило в обнаженных останках ботанического сада, выглядит как черное и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Это уже у нас. Давай на ту сторону, было. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. А, так. Не пуха. Пожрать. Дайте хоть чего. Вот пожрать. Так, с тобой мы вырубили. Вот. За сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? А то... Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Проползем. Так, конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Казармы послали. Так, мы здесь видим... Ух ты. Трупак. С ножиками. Кстати, чё тут, мы сейчас смотримся. Нормально, так, можно слезть. Так, тихо, ножички, ребята. Не только, давай все ножики собирай, красавчик. Что? Тревога! Так, туда. Тут опять фейл. Тут опять фейл, то есть у нас... Собаки там у нас есть. Тут у нас закрытка. Там чувак стоит. То есть по-хорошему. Вот так вот надо. Ну, слышишь там что-то? Вот сволочь. Ну ты даешь, парень, как ты его? Не продах. Тише, ну тише. Услышал я слов. Добрался, герой. Прячемся. Кому там приспичило? Эй! Давай, трус, живо! Выпустите! Выпустите! Так, ну как бы вот так вот мы проходим сейчас. Теперь самое веселье будет. Блин, как я что-то вообще пиздец. Развернуться по полной. Гранату бы.
Ну ничего, прорвемся. Так, у меня есть такой пистолет. Крысы есть. Ты иди низом, а я сверху. И крой, если что. Закрываю. Вова уж попал за этого шпитараса. Двоих завалили. Третьего грохнули. Так, поищем что-нибудь, может быть мы что-нибудь найдем. Так, мы соберем боеприпасики. О, тут мы нажимаем. Так, 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 так. Так, 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 ага, есть тут такое дело. Идем далее. Так, пошла родимая, давай спрячемся. Так, что у нас тут? И мы ничего не взяли, понимаете? Как бы. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». Зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы «Красная». Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, я все... При этом прикрывал свои зубы, жопу, как бы так. Ну, ну да. Так. Опа, досье. За мной не останавливайся. Что тут заметка? Черный побывал тут в концентрационном лагере, но теперь его нет. Что ж, надо идти по его следам. Задание, которое мне дали, дал мельник, никто не отменял. Надо черный, и потом решил, что делать. Если тот фашист говорил правду, и детеныша продали торговцам на Газа, он теперь может оказаться его где угодно. Ганза, кольцевая линия московского метро. Союз торговой станции. На ней всего... Все еще действует регулярное сообщение, ходят грузовые подожди караваны. За день черный может оказаться на другом конце метро. Я его уже упустил. Не понимаю, как черный сбежал от пыток и... Так, так, так. F. Пыток и казни. Ведь или вашество вещают людей только за то, что... А, или вашество вешают людей за то, что у них неправильная форма черепа, это такое создание, где он должен оказаться им воплощением зла. Все, черный для них это воплощение зла. Так как они его продали, всем неизвестно. Опачки. Хорошо, как мне пролезть в очередь всю вот эту вот дичь? Кстати, я вот смотрю, и есть небольшие призы, да, под записью. Охрана, дорогу! Так, рано или поздно заметят, стопудово же. Почему-то у нас здесь 38-40 кадров идет в секунду. Это, скорее всего, именно глюк непосредственно данной данной сцены, так скажем. Не потерпит посягательств на наши права. Пришла
Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найди немедленно! Так, стоп, я не понял. Господин штурмфюрер! Что там еще? Черт подери! Двое заключенных! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти! Немедленно! Как устали! Вон они! Так, я понял, вернусь. Перепрыгнули. А ну руки, урод! Пролезай! Так. Что мы делаем? Пока. Черт! Сильно задело? Держись, Артём, держись! Ну, я их подонтанули. Похоже, задело нормально. Я сдаюсь, сразу такие. Держись, Артём! Ищи щиток! Быстро! Догнать! Твари! Ворота поднимают! Вали! Я их вижу! Вон они! Заводись, сука! Остановите их! Стой! Всё, вали! Компьютерного клетка у меня отхватило, да, там? 4 выстрела получается сделал. Нам удалось невозможно. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Я не пойму, но почему я решил, что за него? Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ну как бы, я думаю, даже более 80 FPS, даже более 80 FPS, да. Черт, тупик! Да, братан, тупик. А ну, держись! Ну, он пытался нас вырвать. Так, ты где? Ты тут. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. Так, мы что нашли? Так. Мы что-то нашли. Артём, давай сюда. Подожди ты. А ну-ка. Не работаешь. Подожди, братан, надо же все обыскать. Артём, давай сюда! Согласен, пошли. В трубу. Мы полезем сейчас в трубу. Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Так, заебись, он съебался. Что за... Шпион! Хватайте его! Ух ты! Смотри, какой ага, у нас. А ну, мужики, так. Тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Так, вопрос. Как мне?
Так. Так, и что ж мне делать же теперь? У меня нет другого оружия. У меня попытаться надо убить. Так, попытался еще одного убрать. Так. Как поменять оружие? Да нахрен ты ножик бросаешь, ты дурак. Мне надо взять вон то оружие. Так, стоп. Давайте разберемся, как брать у нас оружие. То, что это. Присесть и пиздец. Все. Заебись. Оружие. А, дополнительное оружие. Атака ножом. В. Используем инвентарь Е. А ну-ка. Таб. Инвентарь. Да ёб вашу, блин, как? Я хочу поменять оружие. Так. Ага. Так, ладно. Херушки-снимушки. Все. Вот тут не тарел. Суть в том, что. Принято! Проверяем! Это только сидеть и ждать. Блин, довольно-таки странно. Именно на этом уровне непонятно. Я пытаюсь поднять другое оружие. У меня не получается этого сделать. И сука, он не идет сюда. Понимаете, он сюда не идет. Твою, блядь. Мы пошли зарабатывать новые нашивки. Так, а ну.
Опа. Так. Это... Вылези. Вылез. Я не знаю, сколько у меня патронов. Давайте F5. Не будем сохраняться, попробуем. Все печально. Блять. Очень печально. На именно на этом уровне сложности. Все очень печально. Ох ты. Тут нет, тут без вариантов, блядь, пиздец. Тут, блядь. И что мне делать? Упал. Нет, патроны не тратим на бочки зря. Понимаете? Так, минус еще один.
Да, перевести. Да ладно, сдохни ты. Что за херня? Что, сука, за херня? Я твоих, блядь. Мне не хватает тупо, блядь, патронов. Почему? Это именно что-то недостает в игре. Долго держим, короче, у нас оружие меняется. Так, тут мы разобрались. У нас тут нету. Это прикольненько уже. Стажа, короче. Теперь тебе крышка, гад! Опа, трех с ножа убили. Так, по одному патрончику постараемся стрелять, потому что патрончики у нас-то ограниченные. Типа меня прижал опять здесь. Сдох. Я перезаснимал, патронов нету уже. Так. Почему они не вылазят? Почему они, сука, не выходят тогда, пока я не захожу? Они вылазят тогда, когда я, блядь, подхожу близко уже. Пиздец, зашквар.
на этом уровне сложности это зашквар. А что? Минус 2. Там крысу, блин, играете, и тут один против вас без патронов, блядь, с ножами. Пиздец, короче. Минус еще один. Я так понимаю, что пудов должно сюда выйти два чувака. Как-то надо среагировать так, чтобы когда мы заходим туда, и это просто сложность уровень рейнджер. Второй пост, доложите. У нас все спокойно. Вас понял, отбой. У нас все спокойно. То есть я вот сейчас заехал сюда опять. Я минус 2 дал. Так, я минус 2 у тех дал, которые меня вечно напрягали. Так. Вот так вот. У меня тут прицепчик. Так. Мы пойдем наверх, поднимемся. Где? Ну где эта свинья зарылась? Мы его ёбнули. Это у нас тут какие-то непонятные. Возможно, будет получше. Так. Оп, что? Еще журнальчик не возьму. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! Подкрепление чуть-чуть. Да вы что прикалываетесь, народ? Я что-то один. Один. Вы чё? Ребята. Ребята, шутите. Какие красные? Вы чё? Вы чё? Дятлы неадекваты. Я вас чё? Я вас на войну не вызывал. Я мирных действий житель. До хрена я у него патронов трачу без прицела, реально до хрена. Очень до хрена мне. У меня очень до хрена так прицел патронов уходит, если я начинаю стрелять без прицела, то есть без вот этой вот правой кнопочки. Ух ты, что за ключики? Да блять, как мне туда пройти? Ключики мы забираем, соответственно. Сложность рейнджер, кстати, приносит некий такой энтузиазм в эту игру реально, потому что это как-никак
выживалка без крафта. Это выживалка на хардкоре. Ребят, это жестко. Я вам говорю, вот. Я понимаю, что игра там прошлого столетия там. И так далее там. Тихо. И так далее, и тому подобное. Но эта игра, это именно то, что вот, скажем так, что сейчас такого не делают, поймите. Пусть тут не та графика, которую там мы ждем. Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Так, снова. Я сдаюсь, не стреляй! Хорошо, братан. Я тебе поверю, братан. Так, вот тебе я реально поверю. Так, туда идти не могу. И тут пока нету смысла играть с фонариком, мы все и так прекрасно видим. Да, вот мы включили фонарик. Но фонарик нам пока что. Опачки, так. Тут у нас что? Тут у нас нету ничего. Поэтому поползем сюда. Блядь, пауки какие-то вообще пиздец, да. Пауки просто жуткие. Да, я понимаю, графика не того года, который нам... Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. То есть, по сути, мы должны вытащить этого товарища, который нас типа спас. Но пойдем на что его вытащить, натаскивать. Тут мы приползли. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. Нафига, крыса краснопузая. Так, а мы его не можем, да, рухнуть? Не можем. Это печалька. А, так бы мы могли бы его грохнуть и... А нас бы искали тогда, по сути. Дрыщ, говори, дрыщ. Подрасчитал. Потери у нас, потери! Ну-ка, гуляка, тебе прыгался! Нашего подстрелили! Я не подрасчитал налетчик, ребята. Потери у нас, потери! Я реально подрасчитал. Так, значит, не думаю, что их там бесконечное множество. На нахуй тебе в черепуху. Ух, сука красная! Нашего убил! Все. Бля, пиздец. Нет.
все. Себе там они в пушке, ребят. У нас потери! Там у них такие пушки, увидит. С лазером, чувак. О, с лазерной херней бегал. И без аптечки, без нихера, поймите. Фу, нахуй. Здесь у нас творится. Я скажу так. Это довольно. А, аптечечка есть у нас. Аптечечка есть, хорошо. Мы живые. Так. Идем шифтим. Контрим на приседочку. Мало ли чего этих дебилов на голове. Дайте мне, блядь. Оп. На нахуй. Офнись. Все, офни. И че, куда нам дальше? Его знает. Никуда, блядь, вот. Мы поднялись. Тут мы поднялись. Блять, ну туда я вышел. Так. О. Дверка открылась. Так.
Вы заметьте, коноплю какую-то растят, блядь. Наркоманы херовы. Возможно, за 4 дал. Так, собираем патрончики. Патрончики нам нужны. Да, все-таки. Да. Минус 4 я. О, мышка, крыска. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут. Все, пучком потом. Так, нет, это выход туда. На уровень 2 на какой-то. Обыщем сейчас мы здесь. Опять голоса нету, сука. Двери закрыты. Ну пойдем, значит, мы. Довольно-таки. Надо хранить патроны. Вот в этом режиме реально храним патрончики. Ты чё, Вася? Ты чё? Хуй тут стоял? Бываешь, блядь. Почему у нас патроны зажигательные? Кто мне это что скажет? Ёбнули. Так, все, возвращаемся назад. Тех, кого мы убили. Интересно получается, в каком плане получается интересно, в том плане, что мы нам надо сохранять оружие, мы играем без интерфейса, у нас нету ни оружия, ни каких-либо. Че, я собирал полностью патроны, что ли? Охренеть, у меня полные патроны, полные аптечки, да? Так, оп. Все, аптечечку мы заполним, всякий пожарный. И чё, друзья мои, тут... Я сдаюсь! Сдаюсь я! Я выхожу, слышишь? Выхожу и сдаюсь!
Хорошо. Хорошо, мужик. Сдавайся, мы тебя трогать не будем. Так.